В налоговое законодательство внесли изменения, согласно которым появились ряд льгот для отдельных категорий граждан. Так, женщины 55 лет и мужчины 60 лет, которые по новому законодательству теперь не являются пенсионерами, будут получать те же льготы, что и химчане, которые уже вышли на пенсию по закону. Они освобождаются от уплаты налога на имущество. Льгота будет предоставляться в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. То есть, например, если в собственности плательщика находится одна квартира, один жилой дом и один гараж, то льгота будет предоставлена на все объекты имущества. В случае, если льготник имеет две квартиры и один жилой дом, только это будет предоставлено на жилой дом и на одну квартиру. Также от уплаты налога на имущество освобождается один из членов многодетной семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в Московской области. Кроме этого, многодетные семьи имеют льготы и по транспортному налогу. Всю информацию можно найти на сайте налог.ру. В разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» надо выбрать нужный налог, выставить текущий налоговый период и место регистрации, выбрать вкладку «Подробнее», затем «Местные или федеральные льготы» и ознакомиться с условиями.